Добрый вечер. Добрый вечер и здравствуйте, уважаемые любители российского футбола. Особенно болельщики Астрахани и Калининграда. В прямом эфире. Самый запад России. Если вы готовы, то мы, пожалуй, поехали, астраханцы. Начиная с центра у микрофона ваш комментатор Петр Денисов. И я надеюсь, что мы интересно и чрезвычайно увлекательно проведем ближайшие 90 минут. Вновь Кузьмин. Подача. В центр штрафной, завершающий удар. Высокий Осипов подключился. Кирилл Маляров, да, показывает, что верхом будет. На ближнюю штангу, по крайней мере, сил хватает набросить. Там Локтионов на пути мяча вырастает. Но атака Балтики продолжается. И мяч забит. Мяч забит в сетку ворот астраханской команды. Балтийцы празднуют успех. И рукоплещут трибуны стадиона «Калининград». Подача в штрафную с правого фланга. Гузина. Удар с лета. И второй мяч в сетке. И это было красиво. Что подача с правого фланга, что завершение. Вот так весело балтийцы начинают сезон. Болельщики очень довольны. Но игра продолжается. Вновь передача вперед. И вновь Гидеон борется с соперником. Спиной принимает мяч. И третий мяч в сетке ворот астраханской команды. И вновь Гузина поучаствовал в этом эпизоде. Зацепился за мяч. Сделал передачу голевую партнеру по атаке Григорию Борисенко. Отыграть три мяча за столь короткий отрезок будет тяжеловато. Но приложить усилия можно. Делькин выходит на ударную позицию. И забивает ответный один мяч. Так называемый гол самоуважения. Артем Делькин. С левой ноги подача. И еще один завершающий удар, который мог бы быть результативным в исполнении астраханцев. И вот сейчас Панин встречу остановил. Игра окончена.